вот мы были в магазине, сейчас сегодня понедельник и уже 7:08. Вот мы, наверное, там часа полтора были в магазине. Вот купили мы такие продукты. Сейчас я все покажу. Ну, хоть ты говоришь, не надо перечислять, я лучше перечислю. Лук, это уксус красный. Это для того, чтобы готовить всякие рецепты. Мы купили соусы для... Я смотрю видео, а Оливер Джи... Короче, французский... Нет, Оливер какой-то, помню. Он готовит, он шеф-повар и передачи ведет. И также этот... Сейчас дальше. Это кедровые орешки, это уксус, это перец, фаршировать и вообще. Вот, и также с другого шеф-повара хожу. А, Гордон Рамзи, но вы это их все знаете наверняка. Вот я смотрю, мы кое-что прикупили. Потому что мы сюда приехали, у нас еще ничего, ни денег, ничего, я говорила. Мы ничего, у нас с нуля. Вот эти все вот такие вкусняшки полезные, мы все это только вот приобретаем. Вот, по совету этого Оливера, я купила, причем темные оливки. Или что это? Оливки, да. Черные это каперсы, а это оливки. И мы их вообще не любим. Но я решила, там делают всякие соусы. Это песто мы взяли, говорят, вкусное. Это рубленые помидорчики, это то есть не только томат тертый, вот такой, а прям целые помидоры рубленые. Это что тут? Это какие-то... А что это такое вот это? А, фасоль, это фасоль. Фасоль и томат. Белая фасоль, потом очень вкусная. Киком... Соевый соус. Соевый соус, короче. И это тоже бобы, да? Вот это бобы, это паста опять. Помидоры, крупные целые помидоры и паста. Сейчас я точно упаду. Это яйца. Это вот рыба вкусная. Клубники мы взяли. Это вот такие шейки фруктовые. Манго, кофейный и клубничный еще мы взяли. Вот кефир этот. Сливки. Ну, две лапши мне мама взяла вместе. Она китайская почти наполовину. И хотим попробовать. Попробовать, ну я люблю. Вот такую мы уже брали, я показывала на видео вам. Наверное, тоже сделала обзорчик вот этой вот. Мука, нет, это сахар. И, значит, сухая фрукта там по списку мы все брали. Авокадо, а вот манго так мы и не взяли. Клубники, если кислая будет, сварим компот, это тоже очень вкусно. А вот это такие, оба-на. Это там шоколадные есть, вот карамельные мы взяли, это шоколадные такие вот, ну, как пуговицы такие вот. Их или так едят, или вот печеньки делают, выпечку с них, короче. Более белые, карамельные, мама любит карамель и шоколадные. Посмотрим, это какого? Ну, сами видите, что-то, какого? Сухофрукты, короче. Это фенхель, это тоже можно запекать картошку с фенхелем по рецепту Джейм Оливер какой-то там вот. Это яблоки, вот такие очень вкусные, красивые, красные. Потом это на быструю руку ужинать или брать с собой в дорогу вот эти куриные, короче, куриные штучки. Вот, это мы нашли, наконец, нормальный, попробуем, не темный, а светлый. Кленовый сироп. Вот он тоже это использовал. Но мы взяли темный, и он нам не понравился. Он как Кока-Кола. Горькая, как бы никакой. Посмотрим, что за это. Если вот это тоже будет невкусно, ну, разочаруемся в американском кленовом сиропе. Это кофе. Вот взяли для разнообразия. Это вот какао. А вот это, похоже, шоколад. Написано вот, темный. Это, наверное, горячий шоколад разводить. Ну, я взяла две, конечно, многовато, но ничего. Вот, и... Так, это еще не все, да? Так, ну, партия вторая. Сейчас покажу. Вот три мороженых. Вот мясо, куриные ножки. Фили? Ножки это? Косточки? А, без косточки, ну, вот эти вот мои любимые, короче. Фарш вот мы взяли. Хорошо надо наводить, но... Телефон у меня плохой, короче, как есть. Фарш. И вот это ребрышки. Вот такая вот большая вкуснятина, да. Это что касается мяса. Вот
опять фарш куриный. И вот там вот это сосиски. Такие толстые сосиски. У нас тоненькие мы брали. Вот это картошка замороженная, вот мелкая. Суп с нее варила. Очень удобно. Вот это крупная, мы не брали такую. Попробую суп, надо будет хорошо идти. Вот. Большие пакеты еще есть, прям вот такие вот огромные. Вот, ну вот мы потом возьмем. Пока нам вот, видите, этого хватит. Это тоже картошка. Вот такие штучки, не знаю, что с ней буду делать, но придумаю куда. Вот такой пакет. Также мы... Это что? Это не ща... А, наподобие щавеля что-то такое, не знаю. Мы взяли. Вот упаковка равиоли с мясом. Ну, посмотрим, мы их никогда не брали, равиоли. Вареники брали китайские, очень вкусные, хорошего качества. Костка. Это ягода малина, темная малина, спелая. И клубника. Если будет все что-то зеленовато, сварим компот, очень шикарно получается. Угу. Ну, варенье, да. А малину я съем, я ее люблю. Да. Вот. А, еще вот что-то забыла. Скрайпс, да. Это чикен стрипс. Ну, короче, там в тесте, в крошках, не знаю. И вот такие полуфабрикаты. И вот такие вот крабовые креветки. А у меня были в прошлый раз у нас маленькие, я показывала. Вот целый пакет на разрез пакет, а это упакованные вот такие вот. Но они даже меньше 10-9. И пакет, в принципе, здоровый. Получается, как-то даже выгоднее, потому что... Ну, взяли для разнообразия такие вот. Да. И вот это мы тоже едим, или с собой берем, или вечером очень удобно. 2-3 пакета вот чего-то разных взять, и хватает по уши. Плюс вот эта заморозка быстрая такая. Она готовится быстро. Еще мы не взяли овощей вот таких вот. Они там есть лук, перец, перец, ну там брокколи, что там, какие смеси разные захочешь, такие бери. Вот, шоколадка. Я даже в России не пробовала, не знаю, что такое. Белый. И вот мороженое мятное, сейчас скажу, какое оно мятное. Обычное белое. Белое, а это вот оно... Вот белая, а это сейчас скажу. Ну, она с крошкой какой-то. Слушай, а что я хапнула? Без крошки, что ли? А, да нет. Так, ладно, потом разберусь. Нет, что, одинаково мороженое хапнула? Не поняла. Вроде разное. Короче, по легенде должно быть... я должна была взять крошка там шоколадная и карамелька. Чтобы вот это мое разное, а это мамина пломбир. Она не ест ничего больше. Вот такие вот овощи. Ой, продукты и овощи, еда, короче, как угодно. Ну, еще там вода вот внизу и все. Вот. Ну, много консерв мы брали, я говорила, а так много консерв и мяса. И картошки. Вот. Ну, все, кому понравилось... А, стоп. Набрали мы на $188. Многовато, но мы много набрали. На месяц, считай. Да. Мы... Потом еще через неделю или две поедем, вот и все. На весь месяц пройдет. Потому что вот этот соус, это надо все закупить. Там орешки или это. А, этот не купили мы. Ну, такие кунжутные семечки мы не купили. Но мы не видели их. Ну, кое-что мы купили, половину. И сыр чеддер мы не купили. Или как там, какой-то там. В общем, ну ничего, пойдет так. В общем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!